Приветствую всех, меня зовут Ирина Маркелова, и сегодня ровно год, как я приняла участие в сообществе Суперкопилка. Начинала я со входа $170, плюс подарочные $30, я даже в колесе фортуны выиграла $18, вот как подфартило. Первая выплата была у меня через неделю 7,99. Я проверила проект в действии, все работает. И пошла дальше, поставила себе цель, я хочу пассивный доход. Не обращала внимания ни на какие отрицательные комментарии, ни на свое окружение, которое говорили: «Хо-хо-хо, 7,99, это же капля в море!» Я знала, что если я ставлю цель, я пойду к ней до конца. Первые полгода, как я понимала, надо было вкладывать свои деньги. Но я вкладывала не первые полгода, я вкладывала свои деньги всего 2 месяца, потому что я начала активно приглашать, и у меня разрослась команда, знаете сколько человек? Более 1200 человек. Эта команда принесла мне тоже более $1500. И давайте зайдем в мой кабинет и посмотрим, что получилось из $8 в неделю и по сегодняшний день. Вот мой кабинет. Выплаты составляют в неделю уже $190-180. Это уже не $8. Но на все нужно время. И я постепенно повышала с помощью консультанта эту еженедельную выплату. Вот 220, далее пойдет 230, 250, 270, уже 317 и так далее. Зайдем в мою партнерку. Лично приглашенных партнеров у меня 258 человек ровно за год. Всего партнеров в структуре ниже первого уровня 876, то есть более 1000 человек у меня в структуре. Получила я с первого уровня 1177 ТЭТ, это $1177, и ниже первого уровня $459, то есть тут почти 500 и тут 1100, $1600. В среднем я получила с партнеров. То есть я не вкладывала полгода свои деньги, чтобы выйти на закольцовку, а вкладывала примерно 2 месяца. За счет партнерских вознаграждений я оплачивала свой еженедельный взнос. Суперкопилка работает с 2013 года. Я знала в 2013 году про нее, но почему-то сомневалась. А когда в прошлом году посмотрела, что она до сих пор работает, и что в чате Telegram было на тот момент 4000 человек, которые между собой постоянно общались, а сейчас там более 7000 человек, которые постоянно общаются. Постоянные конкурсы, постоянные акции, которые вознаграждаются. И как выяснилось, что приглашать на пассивный доход очень-очень легко. Поэтому я приглашаю и вас строить пассивный доход и получать выплаты. Всем пока!